Есть аббревиатуры, знакомые каждому гражданину. ГИБДД, ФСКН, МВД и многие другие. В нашей жизни, хочешь того или нет, в разных обстоятельствах вступать в контакт с этими организациями приходится. Кому-то чаще, кому-то реже. Бюро технической инвентаризации тоже занимает свое место в этом ряду. Хотите зарегистрировать дачный дом или оформить право собственности, тогда вам в БТИ. Но не спешите унывать, предвкушая волокиту с выписками, справками и прочей документацией. Зима – пора волшебная, со своими новогодними традициями. Поэтому встретить вас даже в таком солидном учреждении может, кто бы вы думали, Дед Мороз и Снегурочка. Именно так и встречали граждан в ленинском филиале Бюро технической инвентаризации. Поздравлением присоединился также директор ленинского филиала БТИ. Разрешите от коллектива ленинского филиала Московского областного БТИ от себя лично поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья, огромного счастья, любви, удачи, жизненной энергии. Поблагодарить вас за то, что вы стали нашим надежным партнером. Инициатива подобного неформального общения исходит от самих сотрудников БТИ. Это было желание коллектива филиала каким-то образом изменить порядок нашей работы, улучшить качество работы, повысить доверие граждан к нашей службе. И сегодня мы отмечаем небольшой юбилей, уже в 5-й год происходит это мероприятие. Мы приглашаем Снегурочку, приглашаем с Дедом Морозом, заготавливаем заблаговременно подарки. Помимо памятных сувениров, главный подарок нашим гражданам – это максимальное упрощение процедуры оформления документов. С 1 января будущего года коренным образом меняется законодательство в области кадастрового учета.